По предварительным данным, 8 сентября 2024 года, около 14 часов 45 минут, на автодороге Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман, 16 километр плюс 800 метров, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», в нарушение ПДД, выехал на проезжую часть дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил наезд на двух велосипедистов 1973 года рождения и ребенка 2015 года рождения, после чего скрылся с места дорожного транспортного происшествия. Позже был разыскан. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали велосипедисты. На месте им оказана помощь, доставленная в областную больницу города Калининграда для оказания дальнейшей помощи. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уважаемые водители, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения.